Как вырастить сладкий ананас дома. 14 июня 2017 года ананас – тропическое растение, поэтому его необходимо выращивать либо в теплице, либо в комнатных условиях. Многие тропические растения не приживаются дома на подоконниках из-за неправильного подбора почвы и чрезмерного ее увлажнения. Также ананас нуждается в своевременном внесении удобрений для получения плодов. Выращивать ананас необходимо в максимально приближенных к природной среде произрастания условиях. Природные условия ананас в природе встречаются в южных странах с жарким засушливым климатом. Крупнейшие экспортеры ананаса на мировой рынок – такие страны, как и Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Бразилия. Климат в этих странах тропический или субтропический. Долгое время в этих странах дуют сильные ветра и нет дождей по несколько месяцев. Поэтому корона ананаса приспособлена для сбора дождевой воды. По листьям желобовидной формы она стекает в середину плода. Корневая система ананаса формируется у основания лиственной короны. Благодаря разветвленной корневой системе ананас поглощает дополнительную влагу с поверхности почвы. Корневая система ананаса развивается горизонтально вширь для того, чтобы увеличить площадь поглощения влаги. В странах-экспортерах ананаса преимущественно преобладает песчаная или суписанная почва. Она обладает способностью хорошо пропускать воду. Выращивание ананаса в домашних условиях необходимо максимально приблизить условия выращивания в квартире к природным условиям произрастания ананаса. Для этого следует взять почву, состоящую на 30% 50% из перегноя и на 50% 70% из прокаленного речного или промытого морского песка. Промывать морской песок необходимо для того, чтобы избавиться от излишка соли. Прокаливают речной песок для уничтожения бактерий и мелких насекомых, чтобы избежать заражения корней ананаса. Поливать ананас нужно только тогда, когда земляной ком полностью высохнет, чтобы избежать загнивания корней. В летний период достаточно одного полива в неделю, зимой поливают ананас реже, примерно один раз в полтора месяца. Удобрять ананас нужно два раза в год, в летний период. Лучшей подкормкой станут удобрения с высоким содержанием азота. Комплексное удобрение должно состоять на 60% из азотсодержащих веществ, 20% калия и 20% магнийсодержащих удобрений. Отправить комментарий, подписка на комментарий, теперь наши статьи про выращивание растений. И другую удачную жизнь на канале Яндекс.Дзен, похожие видео оливковое дерево в домашних условиях, все секреты. Успешного выращивания 19 декабря 2020 года выращивание мальвы в саду, секреты пышного цветения 25 апреля 2019 года. Выращивание липы на участке, все, что нужно знать садоводом 5 апреля 2019 года выращивание тимьяна в саду. Что любит многолетник и чего стоит избегать 21 марта 2019 года новой статьи «Инструкция по применению витранквила». Для домашних и сельскохозяйственных животных 26 сентября 2021 года улучшаем наши грядки высева и сидираты для томатов. 26 сентября 2021 года яблоки Гала – популярный экзотический сорт и его разновидности 26 сентября 2021 года. Для лечения мочекаменной болезни у животных используем кантарин, инструкция по применению 26 сентября 2021 года. Готовим на домашней кухне варенье из белой черешни 25 сентября 2021 года. Вопрос-ответы пару слов о том, чем кормить козу, чтобы увеличить удой 19 сентября 2021 года. Хозяйкам на заметку, что можно приготовить. Из вяленых помидоров 17 сентября 2021 года подготавливаемся к зиме. Какое сено лучше для коз 16 сентября 2021 года. Как расходовать запасы приправ, куда добавляют сушеный базилик 16 сентября 2021 года, насколько устойчиво. К морозным зимам яблоня чемпион, самый вкусный зимний сорт 15 сентября 2021 года, природные условия. Ананас в природе встречается в южных странах с жарким засушливым климатом. Крупнейшие экспортеры ананаса на мировой рынок – такие страны, как и Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Бразилия. Климат в этих странах тропический или субтропический. Долгое время в этих странах дуют сильные ветра и нет дождей по несколько месяцев. Поэтому корона ананаса приспособлена для сбора дождевой воды. По листьям желобовидной формы она стекает в середину плода.
корневая система ананаса формируется у основания лиственной короны. Благодаря разветвленной корневой системе ананас поглощает дополнительную влагу с поверхности почвы. Корневая система ананаса развивается горизонтально вширь для того, чтобы увеличить площадь поглощения влаги. В странах-экспортерах ананаса преимущественно преобладает песчаная или суписанная почва. Она обладает способностью хорошо пропускать воду. Выращивание ананаса в домашних условиях. Необходимо максимально приблизить условия выращивания в квартире к природным условиям произрастания ананаса. Для этого следует взять почву, состоящую на 30%-50% из перегноя и на 50%-70% из прокаленного речного или промытого морского песка. Промывать морской песок необходимо для того, чтобы избавиться от излишка соли. Прокаливают речной песок для уничтожения бактерий и мелких насекомых, чтобы избежать заражения корней ананаса. Поливать ананас нужно только тогда, когда земляной ком полностью высохнет, чтобы избежать загнивания корней. В летний период достаточно одного полива в неделю, зимой поливают ананас реже, примерно один раз в полтора месяца. Удобрять ананас нужно два раза в год в летний период. Лучшей подкормкой станут удобрения с высоким содержанием азота. Комплексное удобрение должно состоять на 60% из азотсодержащих веществ, 20% калия и 20% магнийсодержащих удобрений.